Ульяновские ученые создадут цифровых двойников атмосферного пограничного слоя. Научный проект позволит сделать работу ветропарков более эффективной. Сотрудники Ульяновского государственного технического университета получили грант Российского научного фонда на проведение исследований. Ну вот будем создавать цифровую копию воздушных масс в окрестности нашего Ульяновского ветропарка с тем, чтобы получить инструмент для детального изучения поведения атмосферы, исследования метеоусловий, исследования возможностей влиять на эти условия и управлять ими. Проект носит фундаментальный характер. Он связан с разработкой моделей и их исследованием. Практический эффект изобретения можно оценить уже сейчас. Он поможет избежать или свести к минимуму образование наледи на лопастях ветрогенераторов. Наледь ухудшает работу установок. Если проект будет успешно реализован, эту проблему наконец удастся решить. К работе привлекут не только сотрудников университета, но и заинтересованную молодежь. Мы предполагаем привлечение широкое студентов и аспирантов к этой работе, поскольку для них это будет хороший опыт такой научной работы начальной. А во-вторых, предстоит очень большой объем рутинной работы, связанной с оцифровкой локальной территории, с оцифровкой ветроустановок. Вот, и поэтому такая рабочая сила, молодая, активная, нам тоже очень нужна. Ульяновский государственный технический университет давно и успешно сотрудничает с компанией «Фортум» и Ульяновским наноцентром. Исследовательский проект ульяновских ученых является уникальным в своем роде, что повышает ценность будущей разработки. В такой постановке вопроса проект реализуется впервые, именно поэтому и удалось получить поддержку такого серьезного фонда. Но конкуренты, разумеется, есть и на международной арене. Вот. И мы внимательно следим за их успехами и используем их наработки в нашей работе. В планах ученых применить результаты исследования на практике. Результаты проведенной работы не потеряют своей актуальности еще 5-7 лет. В условиях санкций значимость проекта ульяновцев возросла в несколько раз. Те заделы, которые мы декларировали, это целиком наши модели и наши разработки, которые будут использованы, и программные продукты для реализации этого проекта. Проект является мультидисциплинарным. В нем будет участвовать кафедра ветроэнергетические системы и комплексы. Грант рассчитан на 3 года. Его ежегодное финансирование составит 7 миллионов рублей. Валентина Никонова, Артем Куранов, Улправда ТВ.